Так, здорово всем, ребят, пишу анонс. Блин, хотел уже... Хорошо, что пришел, а ведь я уже уйти мог, короче говоря, и получилось бы не очень бы красиво, потому что я обещал постримить. Я уже ушел по делам, как бы просто начал людям набирать, которым, ну, я думал, сейчас надо мне зайти будет. А они все, короче, ну, не на связи ни хрена, поэтому... Поэтому вернулся сюда просто тупо. Вот. Так, ребят, короче. Все, начинаем по чуть-чуть. Сейчас я ВКонтакте отпишу. Да, все, зашел, пацаны, все нормально. Извините, что ушел, короче. Вот, ну уже резко, короче, вот. Резко много народу появилось здесь. Так что будем смотреть. Тем более, Каскад против Изымба играет. Интересная, интересный матч. Вот, я сейчас смотрю, блядь, сколько там, вот сколько у нас вообще этот матч. Раз, два, три, четыре. Ага, угу, ага, угу, угу. Я вижу 4 матча, дальше пока ничего не проставлено. ДНС против КРР. Так, видите, это Б5 получается, за 3 побед, да? Это меня поправят, если я неправильно тут все понимаю. Я думаю, что да, до 5 побед. ДНС КР, КРР, Казгуру, Браток, Найтен, Тайверс, Хеллрейзер. Такие вот у нас матчи. Ну, может понадобиться, соответственно, не все они, а, допустим, 3, если 3-0, то счету пользу будет. Если хоть одну карту одна сторона возьмет, уже 4 матча будет. Если счет 2-2, то будет эйс-матч, короче говоря. Все стандартно. Здесь абсолютно. Извините, ребят. Извиняюсь я перед всеми, короче. Что-то я забылся. Хорошо, что ты, Кондор, мне написал. Вот. Хорошо, что отписал, потому что я уже вообще, короче, ну... Мне какое-то сегодня такое, блин, состояние. Все дни бегал, что-то там занимался, ем мало, как бы, ну, стараюсь. Вот. И как-то сегодня как... А сегодня просто ветер шквалистый такой у нас. И, да как я смотрю, во всей почти европейской части России. Вот. Холодно, блин. Сейчас вышел в кроссовках таких беговых, просто легких. И сразу в лужу наступил почти по, ну не по косточку, короче, а выглядела она не глубокой, ну так, что нога вся утонула, еще нога мокрая была, короче, вот так. Обломался конкретно, что-то всем звоню, никто трубку не берет, еще хотел там наушники забрать, хотел еще заехать там ключи отдать, что-то, короче, нифига, борода,
Думаю, пойду домой, пошли все, короче, в задницу. А то что-то, ну, не очень на улице, да и вообще домой надо зайти. Так, хорошо, он адептами увернулся от сталкеров, ДНС. А они идут вперед, две штучки. Так, ну, Кэр решил, что надо адепт плать. Вот если бы он сюда пошел... Хотя они здесь сентрятся сталкеров. Не, особо ничего бы не сделал. Мне показалось, что если бы он прямо сюда бежал, он к Мазеркору как раз успел бы. Мог бы Мазеркор попытаться фокуснуть, но он-то не знал, что там происходит. Вдруг там два сталкера также вышло бы вообще. Вот. Всякое могло бы быть. Так, Твич работает. Все работает отлично. Все работает, все прекрасно. Так, вижу, что писали, что в записи, когда я запись оставил, какое-то эхо было, непонятно. Не знаю, в чем там было эхо, короче, суть его заключалась. Я пришел, ни одного стрима на фоне не было включено, как бы, поэтому... Так, я, короче, нифига я не понял, почему это... Так, ДНС две пробочки, минуснул тут оппоненту своему. Оп, развел номер чаш, красавец. Но одного-то адепта точно отдаст он здесь. Там, надо иллюзии вперед посылать. Или назад куда-нибудь что-нибудь надо посылать. А эти-то куда уехали? Закатал тут пробок, что-то законтролился. А, ну он оракулом контролил, одного рабочего убил, это смешно. Это ни о чем. На мейне все мазершипкором прикрыто. Оверчажами. Не понял. Пока я моргаю, здесь адепт пришел еще два рабочих. Один-то как он два забрал рабочих, не понимаю. Так, иллюзия Феникса пролетает. Разминулись чуть с оракулом. Хотя, может, на секунду даже и заметил там ДНС оракула этого. В общем-то, по рабам 37-34. Но подстраивает, короче говоря, рабочих. И, ну, в какой-то момент в один рабочий разница. Иногда до трех прыгает эта разница. Будем считать, что в среднем два рабочих он в плюсе. Вот, ДНС я имею в виду. Ну, ДНС-а блинк, у ДНС-а фаржа сейчас делается. А у оппонента его делаются грелка и мортла. Грелка и мортла — это тоже достаточно сильный такой микс. Это достаточно сильный стиль, и есть процессы, которые этот стиль просто тут логично вот так вот строят. Тут сталкеров, в центре и мортлы, грелочки у них есть. И потом они спокойно пытаются вывести в армаду просто вот это все дело. Так, прилетает Ревелэйч, на вторую кидает. Эти-то один оракул и на мейна на вторую кинул, да. Разведал здание, видел фаржу, видел все. И да, здесь второй Старгейт, очень похоже на то, что как раз-таки это такой вариант, о котором я говорил, что полуармадное такое, или даже полностью армадное. Ну, вот сейчас как раз вот здесь надо стоять, да, иллюзию ловить. Все, сейчас ДНС прилетает, оп, второй Старгейт, все ясно. Подумал бы я на месте ДНС, не знаю, что ДНС подумал. Я думаю, что он не тупой, и уровень его сейчас хороший. Он тоже подумал, что все ясно, скорее всего. Извините, ребят, надо было после записи, на самом деле, сразу же стартануть это все дело. Так, людей бы больше было бы сейчас, а то многие подумали, что все, я сейчас сегодня больше ничего не буду стримить. И я, соответственно, как бы свалил. Потому что я уже попрощался, как бы, а потом, опа, я отдублился, понял, что никуда еще пока не свалил. Так, оракул летает, здесь оверчарж успеет вставить? Не, не успеет. Ревеленчик, оверчарж, сейчас один удар был. Хотя нет, два, вру, 32 хп здесь было. На 2 хп бы оракул ушел, если бы оверчарж выставил бы здесь ДНС. Один удар бы он успел сделать. С двух, конечно же, убил бы. Грелки все добавляются и добавляются. Флит бикона мы не наблюдаем. Но пока исключительно с масс-грелками старт идет. Ну, надо во флит бикон выходить. Без карьеров это не... Это плохо будет работать. Тем более здесь шторм делает ДНС. А грелок очень жестко заштормить можно. Тем более... Ну, на месте ДНС, видя этот стиль, я думаю, что... Можно ставить смело четвертый нексус, стараться сейчас. Я думаю, так и делал бы вообще.
Так, какой приз? Призов, я насколько понимаю, мне Кондор Алексей говорил, что нету. На данной лиге раньше были, как бы, то есть на интерес. Ну и таким командам интерес друг с другом побиться. Ну, возможно, в будущем-то появятся какие-нибудь призы. Будем надеяться на это. Вот. Да уж состав более чем достойный, как бы, да? На лиге этой клановой. Ну, может кто-то поможет. Да, идет выход в карьерсов. Ох, 6 фотонов здесь у ДНС. Он понимает, что сейчас давить будут абсолютно очевидно. Это. Карьеры пошли. Ну, сейчас пока вот эти карьеры 86 секунд строятся каждый. Ну, не 200, но до 170 может догнать легко, на самом деле, здесь ДНС свой лимит. Вот сейчас он очень малым лимитом вперед идет, я вам честно скажу. И я не знаю, что он хочет здесь делать. Нужно сейчас максимум зелки, архоны. Почему зелки, казалось бы, против воздуха-то не очень? Но они, самое главное, чтобы зелки, какую функцию выполнили, смяли все эти фотонки и все, что на земле есть. Все там оверчажи, всех вот этого имморфла и там сталкеров несколько. А те юниты, что дерутся по воздуху, с воздухом. 007 Иван впервые подписался на премиум. Спасибо, 07 Иван. Фидбэч, ё-моё! За фидбэчил один оверчаж, чтобы вот это выставить. А чтобы архоны и все остальные дрались именно с воздушными юнитами. Как-то ДНС забуксовало здесь, а так штормовиков 3 осталось. Достаточно много шторма. Он тупит, что вот столько сталкеров в арбит, как мне кажется. Да, они нужны, но здесь гораздо больше и эффективности показали бы сейчас вот эти ребята, архоны. Было бы здесь не вот эти сталкеры и 3 архоны и все, что есть, а просто штук 20 зелков плюс архонов штук 6, они бы гораздо эффективнее себя показали бы. Зелки бы снесли, как я говорил, все снизу, а архоны бы, ну, грелок бы не заметили. По сталкерам грелки чрезвычайно опасно. Стоит снести этих архонов и просто грелки с разогревом просто унизит там вообще все. Первые 3 карьера вылетают, и Кирта вообще ДНС обреет. Только по шторму мне надо летать, и все хорошо будет. А, ну грелки на разогреве, как же скорость у них снижается, минус 1.4, как же их опустили сейчас, да? О, а в это время разводка идет. Разводка на славу удалась, на самом деле, и... Нексус падает. Так, 007 Иван, оповещение есть. Оповещение, они же включаются... Вы подписаны под плеером, где галочку ставь зеленую, и в шестеренке там надо 3 галочки проставить. На видео, на стрим начался, и на анонс. Вообще мне приходили сегодня на мыло, все приходили. Задержка 2 минуты. Задержка у нас 2 минуты. Так, Рерли идет в контратаку. Посмотрите, то есть его разводил ДНС. В итоге что мы имеем? В итоге мы имеем следующую ситуацию. Боевого лимита на 20-ку просто больше сейчас ДНС. Он идет к РР, простите. У него плюс 2 на воздух через 6 секунд будет рейд готов. Это значит, что его воздух будет унижать здесь. Просто жестко сейчас все. Вот сразу насколько дело быстрее пошло, как плюс 2 доделать. И он падает. Еще плюс архоны. Да давай архонов ушатывай, пока они морфятся. Вот что он боится-то, блин? Летает, что-то боится. Еще боится, хер его знает. Надо принимать наоборот бой, пока их тут не стало немерено, этих архонов и всего-всего, пока здесь немерено не стало. Так, хорошо, когда архончиков шатают. Куда ты разогрев-то врубил, не пойму. Разогрев зачем-то КРР врубил сейчас. ДНС идет в контратаку, в размен. Нет, дружок, тут размен не получится адекватный, потому что здесь фотонки есть. Сейчас КРР все вынесет здесь и потом телепортнется назад. Карьер летит.
Полили карьер. Ой-ой-ой, улетай, братюня, и минус карьерок. Ушел на ХГ. Да, ушел на ХГ, смотрите. Мухи подсвечивают этот карьер. Надо уходить вон отсюда. Кир пытается переселиться. На мейне два карьера и грелка есть. Надо сейчас выбить Нексусу ДНСу и все, и уходить домой вообще всеми. Здесь два карьера, две грелки пытаются. Нексуса один карьер. Опять на муви летит вперед. Оп, зато призму словил. Хорошая работа, карьер минус призма. Кир пытается нагнать. Нет, тут нагнать не так просто. Выбивает все тут ДНСику. Карьер минус. Неприятно, что мы имеем в итоге. 6 карьеров, 1 с гренок. Гренок. 1 с гренок и 11 сталкеров. Но эти гренки не по зубам этим сталкерам. Греночки эти черственькие, зубки, они поломают свои об них. Ну на АТП домой делать и все, что КРР делает. Так, здесь грелка карьеры прилетели, последний Нексус сбривать. Да вот у КРР есть силы, чтобы на две части сплетануть просто. Ребят, и он с двумя этими частями зашатает оппонента своего в легкую просто. Сваливай на ХГ, Дуримар ты, Дуримар. Карьера потерял. 5, осталось 2 грелки. Нексуса добей, добил Нексус. Атака идет в лоб. Конечно же развалит здесь КРР. Все, хлам. Четыре сталкера не способны здесь что-либо сделать. Ну, вот надо было бегать, смотрите. Гита есть 2. Есть вот здание для архонов. Добычу б начал бы, отстроил бы пробок. Причем есть саплай блока нет. Отстроил бы пробок, может быть там наваркил бы архонов побольше. Шанс бы был какой-нибудь. Ну шансов, в самом деле там архонов штук на 5 минимум больше должно было быть, чтобы шансы были какие-либо. Так, прыгаю в игру, следующая карта у нас.
Так, у меня смайлик Zerg TV, я его троллю. Какой у меня смайлик Zerg TV? Что-то ты ахинею какую-то тут несешь. Какой еще смайлик Zerg TV? Ребят, Незымба повела, гуру против касс у нас бьется. Очень хочу пить, прям не могу, ребят. Сейчас подойду, погоди секунду. Так, оп, спасибо, Кондор, спасибо всем. Ребят, помните, сейчас качество всем доступно максимальное на Good Game. Премиумы нужны только для смайликов и для того, чтобы у вас вот значки в чатике были. За один месяц, три месяца, полгода, год, два года, соответственно, в перспективе идут и больше, чем два иконки, я так понимаю. Так, ну что, ребят, я извиняюсь, отвлекся на воду. У меня нет таких смайлов, которые ты присылаешь. Ты, значит, просто и там на премиум подписан, поэтому у тебя и тот есть. Так, ну Ка здесь отбивается, третий цеха у него. Гура об этом пока не знает, но скоро узнает. Сейчас все смайлы любого стримера могут использоваться на любом канале, короче, вот. В общем, в этом суть. То есть, причем анимированные они будут. То есть, если у Зерга есть смайл, ты подписан, можешь у меня использовать. Мои у него, как бы, и т.д. То есть, на всех, если подпишешься на премиум, во всех каналах все смайлы сможешь ставить, фактически. Так, ну здесь гуру жестко собаками кушает касса. Что-то поговорить. Гелики приезжают. Отвлекает гелики внимание хорошо от рабочих, как бы. Танк бомбит, вообще садит, никого не жалеет. Ни своих, ни чужих. Да ему пофиг танкисту, только заряжает просто. Не знаю, а кто там. В 2500 году автомат заряжания там или... танки или там какой-нибудь посажен преступник туда, я не знаю, заряжать. И с чем он там стреляет, чем там танк стреляет? Осадная пушка Круцова, хрен знает, как что там эта осадная пушка дает. Без Сиджина посмотреть, что там будет.
Так, идет суммирование. Насчет премиумов, подряд идет суммирование. Вообще сейчас вот считается все, что ты вообще в любое время там как бы активировал. Есть у меня и 30 плюс месяцев люди, которые активировали. Вот. Но вот с этого дня, короче говоря, я так понимаю, в будущем будет, если ты не переподпишешься через определенное время, это пока решается, через какое время не переподпишешься, но я думаю, что будет, может, недели две где-то вот так вот, чтобы люди, у которых дофига просто месяцев подписано, чтобы они куда-то уезжают, как бы им не сбрасывают сразу. Вот, будет сохраняться этот стрик, короче, стрик это называется, ну, как победы подряд, типа, вот. Если же не станешь подписываться, то он скинется, короче говоря. Но, можно взять что? Просто есть сейчас покупки премиума, например. Можно сразу на полгода купить за 474 рубля личный, как бы. Ты можешь купить два таких, как бы, активировать, у тебя будет год этот премиум, у тебя будет годовой стрик сразу и картинка годовая. Хоть на два, как бы, подряд, я не знаю. Ладно, давайте по игре, ребят. Что-то у Гуру все просто прекрасно. Он касса там захарасил этими собаками. Три базы макрохат, 66-55 по рабочим. Хайф пошел, 1-1 есть. 2-2 Гуру не заказывает. Тут, мне кажется, ошибка. 2-2, это сильно бы решило бы, на самом деле, грейды. Касса третья цеха, ну он что тут, качает ее. Добавляет еще одну факту. Армори сейчас 2-2 тоже закажет. Ну, касса ставит в любом случае. Так, на центре как скрипчит. Где столько крипа у Гуру, а? Тут попробую еще вычистить все. Скану здесь вот сбривает криптуморы тоже как. Несколько штук. И здесь, тут здесь два скана надо потратить, чтобы выбрать просто. Сканит касса, а здесь и собаки как раз прибежали. Подходят инфестор, не все. Микозы полетели. Часть маликов очень неплохо поймал Гуру сейчас. Кас пытается вступить, танк прям в бой вперед раскладывает. Отходи ты под эти два танка, которые сзади, Кас. Вот сюда надо дропать в карман, здесь сейчас все выбьют тебе экономику, блин. Ну да, пропукал две недели и все, но это не моя идея на самом деле. Я вообще за то, чтобы они не сбрасывались в принципе, как бы. Вот, потому что, ну, достиг этого и пусть будет. Ну, так вот там на гудгейме хотят, майкер вообще говорит, три дня пусть и сбрасывается. Ну, три дня это вообще чушь, как бы. У меня взрослые люди смотрят, как бы, стримы в основном. Ну, и не только взрослые, но можно там денег, там, не быть даже тупо, как бы. Либо ты уехал и забыл. Хотя, кто те, кто там 30 месяцев подписывается на премиум, у них, как бы, есть, значит... На это средство, да, как бы, на самом деле это получается, сейчас даже качество не дает, это просто фуфан для себя, что я картиночка в чатике была вообще. Вот. Кайтем, это твое дело, как угодно. Пека, ой, пека. Премиум сейчас тоже просто донат получается, как бы, то есть это не дает никакого качества, ничего не дает. Но тебе за это плюшка в виде смайликов и значка в чате, все. Так, ну что, кат вроде пока держится.
Кстати, если Кас проиграет сейчас, то счет станет вообще 2-0 в пользу Изымба команды. Пристройка. Месторождение минералов выработано. Так, ну Кас попытку выхода делает сейчас, получает контрзабегание на Лингов себе в тыл просто жесткое. 17 рабочих минус, еще и Мариков здесь маловато, чтобы просто взять и отбиться, как по мне. Здесь остается 5 танков и 3 юнита вообще. Главное, что все это видит Гуру и не идет вперед. Тут сейчас может на клике наломиться и убить ребят. Нет, это 2-0 в пользу Изымба. Как-то Гуру Каса здесь сбрил вообще, причем жестко. Сканет, крип выбивает. Здесь ультралов уже. Ну все, пошла атака. Гуру идет вперед на отклике. Здесь кассу точно не выдержит. Поле боя, вот оно сверху. Кидается Микос. Просто разломал. Гэд пишет касс. Не любит Гуру, по ходу дела, касс. Касс редко пишет Г там какой-нибудь. Так, следующая у нас пара. Какая у нас следующая пара? Сейчас я вам скажу. Следующая пара у нас Браток против Найтенда. Опа, Паша, тащи. Если Паша сейчас Найтенда не втащит, то 3-0, то Изымба проиграет. Выиграет, точнее, прошу прощения, а Каскад проиграет. Так, пошел инвайт. Так, ты сначала разберись в своем деле. Во-первых, JS тут абсолютно прав. Во-вторых, качество теперь бесплатное. Вот. То есть премиум это чисто теперь в плане поддержки и все. Так что теперь чисто добровольно. Нужно картинки тебе, не нужно. Хочешь ты поддержать таким образом или хочешь просто поддержать Кайла. То есть тут получается такое дело.
Так, ну что? Так, все, ладно, не отвлекаюсь. Здорово, Эсперос, спасибо тебе еще раз за поддержку твоей, вот. Да я сам думал, что меня не будет, а потом... Опа, кстати, здесь данные некорректные в тексте, в этом. Я сам думал, что меня не будет, а в итоге просто-напросто мне отписали, как бы, и... Подписал мне Кондор, блин, я забыл вообще про то, что сегодня финал. Я обещал постримить, как бы, и если бы не вообще стечение обстоятельств, я бы сейчас ходил бы по городу, бы, короче, там делал дела, но просто никто трубки не берет, и я еще замочил ногу, просто в лужу жестко наступил, короче, плюс стало холодно как-то, я решил, что сейчас домой вернусь, выключу сам запись, как бы, и... свяжусь с Ильюхой, с Ильюхой связался, тут Кондор пишет, фигак, я вижу, что финалы, надо бы его застримить, ребят. Вот так вот. Так, надо минус. Полетел молот, братка. Браток, последняя надежда каскада. То есть сейчас, если Паша не завезет здесь... У него, правда, минки с реактором, я думаю, все нормально. Фейрос поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает, больше турниров, больше ассе. Спасибо, Эсферис, спасибо всем за поддержку, Смоборус. Ну, за 2 часа тебе, может, и не ответят, я, ну, я никого позвать не могу, как бы. Вот. Тем более, нужно понять, по какому поводу вообще там кто пишет куда, тогда, может, что-то и получится. Так. Либератор летит, а тут видно же обсервер, что ли? А, ну скана нету. Ну что, летая до обсервера, скана-то нет. Вот, спасибо тебе, Сфейрос, еще. Надо бы тебя местами поменять, значит, тогда. Ну, тут ты что-то топовым стал тут просто. На сегодня и в этом месяце. Я здесь, среди теней. Так, гелики катаются туда-сюда, две минки прилетело, 2 рабочих выбивают эти 2 минки, это смешно, просто смешно. Браток, правда, сразу же геликов передропает, между прочим, в темную зону он это делает. Куда ты, Паша, едешь? Что ты делаешь вообще? Минки не успевают тоже залп сделать, браток был немножечко расторопен, хотя бы он бы здесь успел бы здесь рабочих пожечь. Но браток занят пока контролем дома. И это тоже немаловажно, это, я бы сказал, очень важно. Делается армори, а для чего Паша армори так рано вообще? Ну,
рожденные выстоят. Так, а то достал-то уже заблудить, короче говоря. Иди с Адольфом в споре, не надо здесь блудить, короче. За фигню Поми не банит, но тут уже не фигня, здесь против лут идет. Опа, спасибо, неизвестный, короче. Пека, потому что достал уже блудить, короче. Вот почему. Считай свои доходы, спорь с Адольфом хоть до посинения. Вот. Пусть тебя Майкер там выпиливает, но не надо блудить всякую шляпу, короче. Ребята, а Найтенд, браток? Опа-на! А Паша-то мех решил сыграть. Че Паша вообще творит-то? Я думал, что Паша... Неизвестно. Оп. А че сжирает-то, я не понимаю. Спасибо, неизвестный, за 300. Я вручную. Месторождение минералов истощено. Нас ждет славный бой. Я вручную жму, как бы озвучить, и все равно не озвучивает. Что же, пошел скан. Четвертый Нексус. Ну то, конечно же, понимает Найтенд, как против меха действовать, правильно. Ну, братка, 150 лимит, и он выдвигается вперед сейчас. Или он не выдвигается вперед. Кстати, у Мариков здесь просто не меньше. НСК Реаль, ты поддержал ваш канал на 1001 рубль. Спасибо, НСК, большое тебе. Спасибо от тебя. Ежемесячный взнос, 1001 взнос. Спасибо всем, короче, за поддержок. Два один братюня делает грейды уже сейчас на мех свой. Встал на ксилнаге, но почему он стоит? Я не понимаю, почему он не развивает так, уже почти 200 вообще. Ну что, тут уже браток почти пришел. Есть сидж у танков? Конечно, есть. А зачем он так-то сидит? А, ну типа за камнями. О, сагрил сюда Найтенда. Хорошо тут, блин. Как, когда такое количество танков стреляет по Фруцу, как стеклянные юниты падают, как будто какой-то бухой, короче, футбольный фанат стекла бьет. Я не знаю, с чем сравнить еще. Ну, больше ума она больше не хватает, как бы. Пошла атака, и вот эти танки просто не участвуют в битве, это очень печально. На самом деле, Ревена в турели поставил, но их, кажется, маловато. Только сейчас танки в битве участвуют. Викинги колоссов выпиливают, колоссов все меньше и меньше. Ну и братка все меньше и меньше. Yeah.
Так, ну брать у него осаду серьезно. Взял 108-166, ребят. Это ГГНчик. И это замечательно, потому что матч на этом не кончится. В итоге, хотя бы. Сколько у нас, кстати, время? 21-48. Нормальное время. Еще пока не слишком позднее у нас время. Так, пятая ЦЦ-ха у братюни на золото летит. Ну надо, вот Паша что, забыл первый StarCraft, что ли? Опыт первого StarCraft сюда два танка привел. Пусть они пока там осада держатся, пусть они идут выбивают спокойно, блин, на дальнюю базу и все. Браток же решил идти в лоб и правильно делает. А чё ждать-то, колоссы ушли вообще куда-то, непонятно куда. Танки сидятся так, что... Внутри, сзади, остальные в кучу вместе. Тут лучше вот такую пачку сзади держать. Вдали от вероятного направления удара. Но враток вот, вот считает, откуда удар пойдет. Вот там армия стоит. Ну да, вполне возможно, что он оттуда бы и пошел бы. Но на самом деле зелки-то прыгнут спереди. Но здесь хелбаты зато есть. Они зелков танчат легко. Достаточно. Здесь можно было бы поставить пару оверчажев. Браток этого не делал, 194-121, но ему достаточно здесь для победы, всего, все, Мазершип Кор падает. Ну, два оверчажа тут поставил у нас в итоге оппонент Паши, ну а что, они дадут, ничего. Ну, надо из дома прирост вести, там уже больше, ё-моё, юнитов чуть ли не больше, чем здесь. Два мулы браток здесь выкинул. Ну, можно, да, подблочить рампу просто сейчас вот так вот танчиками. Засиживаться прям рядом и частью заезжать прям уже наверх стараться. Да, еще один ближе здесь. Лбат один зашел. Пошла атака от оппонента Паши и на этого, и на вышку. Чисто Найтенда, конечно же. Колоссы упадут, сталкеры сзади падают. Ну, зелки здесь с имморталами пробили, конечно же, все. Но против воздуха драться-то нечем абсолютно. По имморталам там налепляют эти либераторы. Неплохо викинги советские. Куда они советские? Лучше либераторов бы привел. Здесь танки приехали. Вообще такая армада подъезжает. И либераторы новые подлетели. Все сейчас напишет ГГ уже. Вроде не в рейнже, посмотрите. Но все-таки на ножкой одной заступил, блин. Архон говорит, нечестно, куда ты меня бьешь? А этот бьет все равно. ГГ, ребята. Так, NGS, ты прав, есть целая, есть конфа модеров на Good Game, есть конфа ключевых стримеров, есть конфа разработчиков там всех-всех-всех. Во-первых, целое уже как бы Good Game-овское сообщество просто в Белгороде Миша перетащил. Миша вообще красавец в этом плане, то есть программисты, точно зная, Эльдар переехал ледокол. Еще там много людей туда уже в Белгород жить переехали, как бы сайтом заниматься. Good Game это уже как бы целая такая. Не сам, ну, конечно, это не какой-нибудь там гигантский контакт там или что-нибудь, я не знаю. Но все-таки это уже достаточно... Крупный сайт, конечно, надо, чтобы увеличивался еще он, безусловно. Так. Ну что, ждем четвертую карту, пацаны. Спасибо всем еще раз за поддержос. Вроде как и люди собрались. Думал, что вечером я не буду стримить, а вот и стримлю. Короче, Аверс Hellraiser у нас, ребятки. Если Аверс не втаскивает, то у нас не будет, короче говоря, эйс-матча. Поэтому Аверс, тащи, блин! Тащи! Копи кулак! А как никогда актуально, потому что Аверс мех играет у нас. Вот так вот.
Ну, наверное, Аверс это уже не услышит, потому что уже 2 минуты задержка-то, в общем. Да, Джейс, нужно придумать, чтобы нам за смайлик еще 5 слотов сделать. Если у тебя будут чисто свои какие-нибудь идеи, то можешь запариться, я сам с удовольствием вставлю. У меня есть пару идей, но они такие баянистые. Конечно, но не знаю. Конечно, хотелось чего-нибудь оригинального, но что-то мне пока в голову не приходит. Можно каких-нибудь юнитов взять просто из Тарика. Есть Зератул у нас, есть Керриган, есть Артанис, есть Рейнер. Не знаю, кого еще. Можно героев каких-нибудь взять там. А кто у нас еще есть? Уже больше особо и нет никого. Арктура Менска можно. Кстати, Арктур тащит сейчас. Менска может сделать. Действительно. Каких-нибудь юнитов, там что у нас, адепт. Больше 5 штатных, чего не понял. Я не знаю, сколько... А, людей работает на Good Game, конечно, больше 5, намного больше 5. Хотя я не буду утверждать, сколько на самом деле точно, но... Короче, это надо у Миши спрашивать. Короче, я как с ним буду разговаривать, спрошу. Я думаю, что это абсолютно не секретная информация, как бы... Узнаем, короче. Ребят, всех рад видеть! Вот, ну и помните о том, что поддерживать надо, естественно. Меня и мой канал поддерживайте, подписывайтесь на премиум. По реквизиту в описании через плеер поддерживайте. У нас интересная сегодня тема такая. Вот. Оказалось, финал лиги это и вот. Вот 5, правда, но... Как так вот Илюха на батлкрузере прилетел. Надо вводить. Сколько у тебя, Илюха? У тебя же там 30 было месяцев, по-моему. Надо вводить уже, короче говоря, что-то новое. Какой-то и новый юнит вводить надо, по ходу дела. Так, ну, ходил Аверс, разведал. Видите ли, он рипером уже разведал. Не, походу он не рипером разведал. Хеллрейзера строит рабочих, Хеллрейзера адепт. Артур равно Артур. Ну да, но Артура мы не будем делать иконку. Или смайлик там, Артура. Это кто? Что это за смайлик? Это Артур. Эти всех Артуров, которых я знаю местных, они полукриминальные личности. И даже не полу есть. Так. Вдруг Аверс удивится, играет био, но ждем. Пока что на био не очень похоже, но еще пока из этого, то, что сейчас происходит, можно во все что угодно свич сделать. Вот я вижу, сейчас Минка, видимо, вперед полетит. Так, мулы выкидываются все пока что. Не копятся, потому что, ну, да навряд ли бы Hellraiser Дарков стал играть. Hellraiser вообще через Старгейт играет. Очень наглый третий Нексус. Ну, он так делает, потому что он понимает, что Авер скорее всего будет мех играть. И надо наглеть. И на 10 рабочих уже в плюсе вообще.
Аверс вчера играл в Био, почему я это пропустил? Это надо видеть. Ага, банша с инвизом пошла. Оракул летит. Ну посмотрим, что нас ждет этот оракул. 26. А, 26, точно, 26. Ну да, 3 года 36, это еще 10 месяцев. Раньше, чем на 3 года, я думаю, не будут вводить слоты еще пока. Ну 5 собираются сделать, я не знаю, 5, там 2 года есть. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 3. 7, 10, как-нибудь так можно сделать. 10 лет. 10 лет, прикиньте, там через. Ну через лет 5, почему бы нет, можешь заранее там на 10 лет подписаться временно. Я буду смотреть этот стрим 10 лет, короче, в ближайшем. А что? Почему бы и нет? Так, банша летит вперед. Видел вообще Hellraiser, что происходит? Да, он видел происходящее. Прекрасно. Оракул остается дома. А, два оракула даже. Раз оракул, сотка, а где второй? И здесь оракул 80. Ну, тут Hellraiser все направления прикрыл. Аверс с эти минки успевает накопать. Вот время. Банша залетает, пробку будет минусовать. Три-то можно уже минуснуть. Хорош! Оракула сбивает. Перефокусил, кстати. Если сюда под минку веди, блин. Еще один ревелейшн. Минку хочет выбить вообще. Не понял, галиков сетевой, в смысле галиков, галиапов, что ли, о чем ты говоришь? Ну, это уже не ко мне вопрос. 7 рабочих все-таки Аверс навыбивал, но все равно 10 на 11 в плюсе Hellraiser. Игра такая, баланс такой, как на данный момент. Так, не понял, про что ты, Илюх, там говоришь. А, Арктур не разим. Блин, неразим в финале. Ладно, не буду неразимо стебать, а то он обидится и выиграет меня на ладере еще, не дай бог. Вот. Со злостика его. Ну, молодцы, и что тут говорить. Значит, кто-то из них... Ну, Артур уже второе место занимал, она в прошлом Гоуф ОСК. К сожалению, еще не выиграл, но он выиграл поинтов. И здесь точно в финале. Ну и с неродимым парень. Короче, Артура мы на финалах месяца, получается, видите, это июнь. Ну и эти, майских увидим, получается, видим. А майские, значит, в июне будут. Во вторник они обычно проводятся. В какой только вторник, я не знаю. Третью занимает сейчас Аверс. Три факты. Старфорд не стал биомудрить. Мех играет. Не понял, это планетарка. А нет, это вообще не грейжная ЦЦХ. Я уж испугался, планетарка на третьей. Думаю, ничего себе. Перестраховался, блин. Да, пацаны, неразим-то. Неразим-то тоже поднимает сейчас лавы, да, из фонда поддержки российского Старкрафта. Да какая разница, какие игроки были. Все равно то, что неразим в финале даже такого турнира, меня удивляет. Значит, уровень-то растет по чуть-чуть, работает схема. Конечно. Не успеешь глазом моргнуть и 5 лет пройдет. Главное, чтобы печенюха не отказала. Ладно, не печенюха, не печенюха. Главное, чтобы все живы-здоровы были. Тор бомбит по воздуху здесь. 38 урон, да? Бронируем 55. Неплохо, неплохо. И 66 по земле. Ну да, еще можно потом. Ничего себе, стрик 10-летнего Коми на канале. За вещуху написал просто. Отдаю имущество только если стрик дети доведут до 20 лет там на канале Коми, все, иначе не вариант вообще. Пресс 29.14.
Насчет бича запарил. Не знаю, насколько это верно, но... Почему бы и нет? Стремец смотрит, что абсолютно верно. Разводит Hellraiser, атака на третью, атака на мейн. Короче, сталкеры что-то развели жестко. На третью веди рабочих, куда ты их льешь-то всех? Ё-моё, блин. 41-67 всех рабочих, а если сразу повел бы, здесь Торс точно отобьется с этими, ну вы поняли, с циклонами. Идти там отбить третью, потом спокойно до ЦЦ-ку поднять, конечно. Третью отбить и развиваться пытаться. Ну что, отбил Сайвер, 107-115, боевого даже больше сейчас, чем оппонент. Вот циклон это повел, все, уйдет от него сталкер. Надо выкинуть мулов, надо вычинить, взять 3-4 КСМ-ки. Ну вот что вот это вот, вычинивать надо, вычинивать, ребята. Две атаки у Аверса есть, пошел вперед, минки берет. Кстати, атака может получиться, ну не чрезвычайно прям опасной, но реально опасной. Летит обсервер. Неужели ни одного скана есть? Есть же сканы. Сбивай ты обсов, чтобы не видели твою позицию. Приходит Аверс, вот здесь. Вот здесь великолепная позиция для атаки. Здесь пару танчиков, тройку рассиживай, вниз спускайся. Главное не всеми вниз спускаться, на самом деле. Нет, Аверс всеми вниз спускается. Ну а чё, блин, не стесняется вообще. Пошел ко второй базе. Прирост вообще есть. Прирост на мейне почему-то оставляет. Копает минки. Идет к мейну, блин, под свои минки сейчас отдается. Еще. Так, здесь минки залп делают. Архон падает. Сталкеры падают. Циклона 3 сверху. Куда они там поперли-то? Торы. Торы демеджем, сплэшевым мазеркор убивали. Они столько в землю сейчас могли внести демеджа, что просто жесть. В итоге Hellraiser отбивается. Но я думаю, даже если торы по земле стреляли. Хотя если бы они танчили, может быть и помогло бы сейчас. Танки больше бы. То есть здесь должен был бы быть, по идее, контроль идеальный по земле. То есть, здесь не, ну, циклоны через оклик, торы, вот это все через оклик, танками же нужно было фокусить дальних юнитов, сталкеров именно там, и все такое, чтобы они, главное, не стреляли по зелкам, ни в коем случае сплэшем там своих не убивали. Ну, кстати говоря, у Аверса лимита не намного меньше в итоге, у него 2-1 грейды сейчас, и минком закупка будет, и 4-я ЦЦ-ха, но для мех-тирана отдать кулак такой, вот это всегда печаль, потому что его надо копить, сами понимаете. 10 гейтов у Hellraiser. Так, третий так заказ. 2-2 грейда есть. Какое ГГ? Где вы тут ГГ видите вообще? Нет там ГГ пока еще никакого. Так, мульчонские полетели. Либератор на четвертую, правый верхний угол прилетает. Пиу-пиу начинается. Просто 170 лимита Hellraiser, 130 Саверса. Но вот Hellraiser, посмотрите, он с земли не пытается даже съезжать. То есть он с землей уверен, что землей Аверса проблеет. Но смело вам заявлю, что чем ближе Мехтиран 200, тем земля на самом деле просто слабее. Даже если у нее 3-3 грейды будут. И даже если все тройки, тем более можно добавить гастов, тогда вообще мехтиран в хлам просто разберет. Так, здесь минка делает залп, Паверс прекрасно видит, откуда идет забегание. Но здесь-то тоже сталкеры заходят. Так, здесь атака поперла, нужно сплетануться. Часть танков тиджится и здесь. Hellraiser не будет ломиться сюда. Здесь на ЦЦ-ху отводить. Здесь ЦЦ-ху Аверс отводит, 130-155. А как выбить-то это все? Да тут мощный кулак-то идет такой. Никуда КСМ какой-то поехали вперед. Прыгает сюда Hellraiser, сверху танки вынес. Зелки плюс сталкеры пришли, я этот момент проморгал. Даже здесь вынес. Нет, все-таки это ГГ, ребят. Аверс пишет ГГ. Hellraiser ухватило. Поздравляю команду из Имба с победой в финале данного турнира. Счет 3-1, к сожалению... Эйс матча мы не увидим. Ну, Аверс держался относительно неплохо, но вот эта ошибка с выходом, конечно, зарешала в итоге.
Конечно, это ошибка с выходом за решала. Так, делаю стоп-старт, чтобы говорить еще. Сейчас задержку 0 поставлю. Вернусь на некоторое время к вам.